снова в комплекте. Я ждал каких-то результатов от сегодняшней гонки Наварра, а вместо этого ты подвела кучу народу. Не хочешь объяснить? Я уже разобралась. Согласен. Отлично, отлично, отлично. Собирай команду. Отлично проехал, друг. До встречи. Давай, Мак. Надо, надо. Натяни улыбку. Котик, привет! Я смотрю твой канал. Я хэштегер. Селфи с тигром. Друг, давай, не давай, надо. Вот так. Давай, порычи. Круто. Садись в машину. Это что за чертова музыка? Хэштегер ведет. Теперь, друзья, мы играем за Мака. Нам и расскажет историю Мака. А Талер остался у нас без тачки и без квартиры. Ну что, погнали сделать хороших дрифты в МФС Payback. Погнали, черный брат. В принципе, тачка у нее довольно неплохая. Резкий дрифт, повернуть. Окейшки, попробуем. Был дрифт, но он не был не засчитан. Вот таким макаром. Дрифт был, но он снова не засчитан, что ли? Сейчас попробуем еще разок. Вот, можно добавить, конечно, скорости, и дрифт получится намного получше. Ну-ка попробуем. Тут нужно гораздо резкий поворот. Вот есть поворот, и можно попробовать. Давай же, черный брат. Дрифт был, но им почему-то не засчитан. Ох ты да, дрифт получился все-таки разок. Нет, нужно, вот хороший поворот, и можно здесь попробовать. Нужно брать скорость гораздо получше. Ну же был дрифт довольно, да, хорош. Обалдеть, все-таки дрифт получился второй уже. Да, третий же получился. В точку. Да, в точку. Ну вот, пожалуйста. Давай еще раз, только реально, чтоб жестко. Слушай, я... Клиент всегда прав. Ладно, знаешь что, пройдем по любимому дрифт-маршруту. Доберись до точки, 2 километра 600 метров. Ну погнали без времени по красивому пейзажу. И видим, ну, с нами видеоблогер, который все это дело записывает. Машина была уже подготовлена для дрифта, когда ты ее купил. А где ты вообще так водить научился? Лондон. Я рос в Истенской бане, тачка у нас. Научился поворотом в дрифте, так быстрее. Да ты серьезный парень, Бел. Прошу, не надо. Серьезный парень Мак. А его друг Талер остался без дома, без тачки и, походу, практически без друзей. Но он соберет команды, и он покажет, кто в городе хозяин. Лучшее место, чтобы начать со сначала. Похоже, у тебя получилось. И скоро ты станешь у меня знаменитостью. Резкий поворот направо, чуть погодя, за заправкой прям. Ох, красивый, это был красивый дрифт, но он не был засчитан. Осталось 600 метров и финишная прямая. Есть, конечно. Вот,
Настоящая музыка для настоящего дрифтера. Погнали 2 километра 600 метров и 38 тысяч дрифта. Обалдеть. Ну, сделаем это и, конечно, покажем мастер-класс нашему видеоблогеру. Надо найти угол. Найти угол хороший, набрать скорость и войти в хороший дрифт. Давай же, входим, Мак. Ох да, 3000 довольно неплохо. Ну, нужно гораздо больше. Вот-вот, довольно неплохо был поворот, но где-то дело не получилось. Так, влево-вправо можно еще набрать очки. Да-да-да, довольно неплохо набирается. И пока уже набрали 15000. Обалдеть. Осталось нет, полтора километра. Давай же войдем, Мак. Больше сдерживаться не буду. 3000, довольно неплохо, уже 18 тысяч есть, осталось 30 тысяч нам. Понеслась. Осталось 1 километр и осталось 18 тысяч, друзья. Налево, направо, и что у нас получается? 4 тысячи, довольно неплохо, неплохо, идем-то. Обалдеть. Налево, направо, главное успеть вовремя нажать. И он сколько у нас, 32 тысячи есть уже? Да-да-да, детка, давай, буквально осталось чуток, и нам осталось еще 3000, и все. Да, мы это сделали, обалдеть. Останови машину, останови машину. Походу, чувака укачало. Ну что, Гашкотик, достаточно жестко? Талер, это ты, брат? Привет, Мак. Давно не виделись. Полгода без старой команды. Тяжело. А то и не знаю. Мак, я это... Тут работа есть. Выпустили тебя? Ты ж знаешь, я только за. Уже согласен? Скучаешь, да? Очень скучаю. А джесс будет? Я над этим работаю. Эй, Мак, ты снял, как я блюю? Работай быстрее.